Каникулы позади, и звезды готовы к работе. Один за другим артисты презентуют новые треки. Егор Крид на концерте L1 в Америке исполнил новый хит «Нет, мне не надо больше денег», на который в ближайшее время обещают уже снять клип. Еще один воспитанник Black Star Mod, совсем недавно ставший отцом, продолжает активную работу над альбомом. Говорит, будет и лирика, и рэп. Правда, рэпа будет больше. У Мода накопилось немало претензий к миру. Обещают даже треки с цензурой.